Вижу свет в конце туннеля, да я вроде умирать не собирался еще пока. И что за кубик? Так, доброе утречко, блин, ну нет, я что, опять на картошку приехал, что ли? О, привет, гусь, утка, кто ты там, не знаю. И тебе здравствуй, в шкафу, да, значит, прячемся? А картоху мне идти с Васильичем копать? Ну, здравствуйте, мистер сантехник, как у вас дела, нормально все, охраняете? Хватит на меня смотреть, а качелю кто сломал? Идите разберитесь, что с качелей-то? Блин, она как будто с какого-то фильма ужасов сбежала. А вон и Васильич бежит. Васильич, я думал, ты волос уже отрастил. А то сам уже как на картошку похож. Опа, тупик. Оп-оп. Васильич, завязывай. Иди сам один картошку сади. Чё ты ко мне прикопался-то, а? Бегаешь вечно за мной. Так, ладно, у меня есть план капкан. Не знаю, какой, правда. Так, а где Бэтмен? А Бэтмена куда дели? Не, подожди, серьезно, стой, где Бэтмен? А куда он делся? Ну, там же реально Бэтмен стоял. Он просто взял и куда-то подевался. Он здесь есть, но я его не вижу. Бэтмен, ты здесь? Ну, наверное, здесь. Ладно, допустим. Так, а дальше-то мне что делать? Как мне сюда попасть-то? Пам-парам-парам-парам-парам. А, ну то есть для того, чтобы открыть эту штуку, мне надо притянуть эту штуку. Это как-то вообще очень сильно подозрительно. Там что-то есть или нет? О, Васильич! Да здесь что, у тебя какие-то бесконечные капканы, что ли? Ты меня что, на потолок закинул? Камера еще где-то. Так, Васильич, давай завязывай. Давай как-то дружно жить, я не знаю. Как-то порешаем давай все наши вопросы. Все. Нифига себе ты бегать. У тебя что, из попы там капканы сыпятся, что ли? Кого ты там пропылесосить решил? Иди грядки окучивай. Что здесь происходит? Почему капканы появляются? У меня реально из задницы капканы растут. Что за фигня? Васильич, я, видимо, железа много съел. Так. Куда ты меня тянешь-то? Еще и Бэтмен делся куда-то. А дальше-то что делать? Так, мне нужно врубить эту штуку. Понятия не имею, зачем. То есть мне нужно 5 монеток. Вот Джонни стоят. Да вы реально, вы откуда сыпитесь-то у меня? Что происходит-то? Билли, Винни, Дилли, Джоли. Опять Васильич бежит. Стой, ну эту штуку же я не включил. А, вон там, наверное, монетка есть. Я надеюсь, она не невидимая. О, шарик какой-то. И что мне с этим шаром делать? Могилка чья-то. Да что за фигня? Почему из меня капканы сыпятся? Обычно кирпичи падали. Оу, я полетел. Не долетел. Ну ладно. Стой, там монетка-то есть? Тут реально все сломалось, походу. Я не понимаю. Бэтмена нет, ничего нет. Надо, короче, туда залететь.
Там, значит, монета, скорее всего. Хотя, учитывая все происходящее, мне кажется, там вообще ничего нету. Так, лечу, лечу. Так, бинокль есть. Отлично. Лестница выше. Ну, мне, наверное, выше куда-нибудь. Васильич, ты вообще знаешь, что такое техника безопасности? Ну, как бы это нифига не по технике. Ну, стой, ну, то есть мне реально выше? Там, наверное, выше монетка. Вот там картинка какая-то. Еще один гусь, ну-ка, кто он там? Так, лом, отлично, все, у меня есть лом. У меня нет места. Потому что у меня шарик. Так, вот эта штука мне больше не нужна, наверное. Найти бы ее потом. Так, давай. Все, Васильич, я тебе все отключил здесь. Зачем я ему что отключил? Что он мне сделал-то? Чтоб я ему... Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а монетку-то где взять? Что здесь за механизмы вообще какие-то жесткие? Че и Бэтмен пропал куда-то? Мне кажется, что здесь где-то есть монетка. Хотя фиг его знает. Так, ладно, у меня есть лом, в принципе, чё я парюсь? Не, ну зачем вот эти все здесь подъемы, нагромождения? А, ну я, наверное, должен был ниже запрыгнуть и оттуда наверх подниматься. Это типа как полоса препятствий от Васильича была, а я просто взял и прилетел. А почему? Да потому что... Васильич! Я полетел, но обещал вернуться. Давай потом, Васильич, поговорим. Опа, я не могу, да, здесь перелететь? А почему? Может, он, наверное, капканами сру, вот почему. Да реально, почему из меня капканы сыпятся? Василий, что происходит? О, ты попал в один из них, кстати. В капкан наступил. Хотя это не капкан, ну да ладно. Так, ладно, у меня есть лом. Беру лом, иду. Ну давай, открывайся. Что тут? Шарик мне, не знаю, может быть пригодится, может быть нет. И что здесь? Мне там как раз нужно было детей спасти. А чего их спасать-то? Сами себя спасу. Что-то генератор выключить. А куда Бэтмен-то исчез реально, я не понял. Бэтмен. Ну вот здесь Бэтмен стоит. А его нету. А куда он делся? Подожди, вот он. Бэтмен. А что за фигня? Вы будете забирать детей, нет? Так я не понял, что все сломалось, что ли? Что это за фигня вообще? Что за дверь в никуда? Иди туда вон. Он все исчез. Так, ну нужно еще одного принести сюда. То есть монеточки, видимо, не надо. Ну ладно, она где-то была, монетка, ее, наверное, не нашел. И Бэтмен куда-то исчез. А зачем я тогда детей спас? Чем я вообще занимаюсь? Я просто бегу, какую-то дичь делаю. Ладно, давай второго отнесем. Иди вон к дяде. Я надеюсь, пацаны потом не посадят за это. Да нет, они просто вот валяются. Чё за фигня? Так, ладно, ребята, я реально не знаю. Какой-то вообще просто бред какой-то с модом.
Я не знаю, ничего не менялось, я ничего не обновлял. Просто, как говорится, нажал продолжить, и вот здесь вот так вот у нас все получилось. Ну, здесь, по сути, все, мы обошли всю локацию, что-то еще, видимо, нужно было сделать, но само все как-то сделалось. Я почему-то бегаю, из меня капканы из задницы сыпятся на этой территории, не знаю, с чем это связано. Но здесь же должна была быть, наверное, какая-то концовка, либо еще что-то. Ну, кстати, у меня же сохранение. Ну, вот, да, вот 9 мая. Это, наверное, то я вот сохранил, то есть... Я сейчас загружу, посмотрю, есть ли на месте монетки, есть ли Бэтмен или нет. А то как-то все... Нет, это явно не то. Это не то. Ладно. Что у нас там еще было в этой модификации? Какой-то есть Your Room и Lazy. Че, я не знаю, что за Your Room. Сейчас посмотрим, что за Your Room. Maybe I should fake being a psycho kid. End up on Dr. Phil, go to the ranch, and then I can make a react video out of that video. Ну тогда все становится понятно. То есть. Потому что я когда жму старт, он получает, показывает и видео, потом вот это идет ту комнату, потом ранчо. Ну, я что-то не понял, конечно, прикол с ранчо. Есть какой-то лейзи, вон дополнительный вроде стадик, который ни разу не запускал. Ну, вообще все очень как-то странно. Где? Почему так темно? Вижу свет в конце туннеля, да я вроде умирать не собирался еще пока. И что за кубик? Вы серьезно? Опять кубический мир? Реально, это прикол какой-то или что? Как? Почему? Так, а что мне здесь нужно сделать? Что-то где-то взрывается. Там что, это что, Колизей там спереди? А что нужно сделать? Может, там деревенские жители, сейчас летаю, узнаю. О, вон Василич! Василион! Василион! Здравствуй, Василион! О, до свидания, Василион! Нет, реально, это рофл какой-то или что? Как? Как я в Майнкрафте оказался? Так, все. Я не понимаю, что, зачем? Я опять капканами какаю. Так можно собирать и на металл сдавать. Василич, уходи. Вот. На капканы наступаешь, да? Давай сейчас я еще накакаю тут несколько штук. Что? Что происходит? Здравствуй, солнышко. Нет, это реально, по-моему, прикол какой-то. Василион, мне тоже так кажется, я оказался в психушке. Нужно срочно выбираться отсюда. Подожди, почему я не могу выше забраться? А нет, могу. А, так я отсюда и полетел уже. Стой, ну мне же, наверное, что-то нужно здесь собрать и так далее, что-то сделать. Чего я ударяюсь постоянно? Дайте мне выйти отсюда. То есть зайти и там, не знаю, что-нибудь. Может быть, не искать здесь что-то нужно? Дверки закрыты. Я бы что-то ударяюсь. Чё взрывается где? Что-то реально взорвалось, что ли? О, кубик. И чё мне с тобой делать?
На вот бородатый кубик, на кубик, на рубик. Отлично, мне прям защита от Василича. В сундуках ничего нет. Туда я не пройду никак. До соседней деревни тоже не доберусь. Что за фигня? Так, ребят, ладно, давайте я на этом закончу. Я не понимаю, что вообще происходит. Вот почему вот это все, почему у меня полетел мод. Ладно, есть, допустим, эта карта в Майнкрафте. Ее как-то можно пройти. Может, я, допустим, попытаюсь это сделать. Может быть, действительно у меня исчезли просто интерактивные объекты, такие как монетка, допустим, на предыдущей карте и так далее. А я вообще разобьюсь здесь, нет? Или я буду бесконечно вниз падать? Мне кажется, я буду падать так же, как просмотры на моем канале. Ладно, ребят, не забываем поставить лайк, написать комментарий. Кто проходил, пожалуйста, напишите, было ли в стадии сранча с соседом что-либо интересное вообще или нет. То есть, ну, я могу просто все сейвы удалить, мод переустановить и по новой начать именно сранч, там, в принципе, пройти не так долго. Напишите об этом. И напишите, здесь вообще в этой карте нужно ли что-то сделать или нет. Все, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Сметок. Всем удачи, пока. Не забываем подписаться на канал. И отличной погоды вам за окном. Все, давайте, молодец, ушел он опять куда-то. Я здесь лететь да буду. Если Алиса ощущаю, буду бесконечно куда-то падать и падать. Он там пошел куда-то, ага, молодец, блин. Ладно, на зонтике висеть буду. Лех, не уходи надолго.